17 мая традиционный фестиваль «Сахарный остров» в очередной раз прошел у нас в городе. Творческие коллективы радовали нас своими прекрасными выступлениями, а улицы были украшены разнообразными детскими аттракционами. Присутствовал также наряд МЧС, который демонстрировал возможности своей техники и обмундирование состава. После окончания концерта все переместились в фан-зону стадиона, где ведущий Артем не давал микрофону ни секунды передышки, сменяя конкурсы на танцы и наоборот. Городей Кибер обзавелась дополнительной приставкой из далеких 90-х Sega Mega Drive 16 бит, а также открылась новая зона Городей IQ, в которой можно было любому желающему прокачать свой интеллект в шашки, шахматы и домино. Сам матч подарил зрителям много эмоций, команды были обоюдно неуступчивыми. Игра проходила с большим количеством борьбы и столкновений. В одном из них пострадал наш полузащитник Сергей Тихановский, который был экстренно госпитализирован в больницу. Желаем нашему игроку скорейшего выздоровления и возвращения на поле. Во втором тайме команда заиграла с большим напором, и после подачи со штрафного на 77-й минуте передачу Дмитрия Лебедева замкнул Роман Волков. Финальный свисток зафиксировал победу с минимальным преимуществом. Это уже вторая домашняя виктория кряду и важные 3 очка. Радость зрителей и футболистов после финального свистка дополнил мощнейший салют, после которого все отправились на дискотеку. Весь день прошел в фирменном стиле Городей: пиво рекой, шашлык горой и танцы до упаду. Решающую добрую точку общего настроения сделала, конечно же, наша команда. Команда «Городея».